Иди, вот он. Повали там. Ну, ты хотел дракона, на? Давай, займись драконом, а я тогда пойду этих. А он на меня агрится. Ну, стоим посередине туда. Где ты его сносишь? В разы быстрее, чем я. Понимаю его. Ну, видишь, мешочек всего... выпал? Да, все лишь дракона надо было убить и все. Ну, значит, я убил его туда, видишь? То на всякое добро. 100 медалек дали. А ну посмотрим. А кристаллы исчезли? Они же на что-то обмениваются. Может, сколько кристаллов, столько медалей получаешь? Оу. Это имело бы смысл. Какой меч? А это что? Меч. Для милишника смотрю. А у меня что-то... Что это? А, какой-то сет девов выпал, типа. Что это такое? Похоже на крылья. И вот еще костюмчик от него. Хм. Ну, улучшим его. Ага, улучшим его. Шутка дня. А не, мы улучшить его. У нас там есть кто даже. Это крылья, вот эта крутяшка. И что у них эффект такой? Как у ховерборда, наверное, можно зависать, типа, на месте. Обожаю этот первый прок. Legendary максимальный сразу же. Меня так бесит, что... Вот бы в этой игре было написано в террарии, что... Типа, мол... У каждой шмотки какое... Максимальное улучшение, то есть... У какой Legendary, у какой Godly, у какой мифический... Чтобы не лезть на эту вики. Интересный меч. Но он слабый. Наверное. Может, он отталкивает хорошо? Сейчас я через минуту приду. А, окей. Чем поделать бы? А я знаю, что можно поделать. Вон. Сходим в данж. Пофармим эктоплазму пока. Или мы можем пофармить этих ребят. Вот! Ну что, одними критами прокают? А, нет. Вот этот урон. Я не знаю, Миомир, наверное, самый лучший меч. Хотя я не делал Терроблейд еще.
да, нормально. Что еще можно? Нужно бутылки будет сделать как-нибудь по случаю. Происходит. Что творится? Как там обувь маловато. Сколько? 7? А, я вроде больше набрал. Вау. На 1000.
Мазила. Спасибо. Ну, полиш. Ладно, 1200. Неплохие криты. Серьезно? Ну, снайпер. Где-то там. Где-то тут. О, приветик. Время продолжения? Неужели? Потому что, может, день наш начался. Какой день наш? Сейчас день или ночь? Те же ближе, я в данже, не могу сказать. Ну, дождь идет. Хочешь ночь? В каком данже? В чем дождь? Формулю. Испытываешь свои возможности? Нам же нужна эктоплазма, нет? Зачем? Ты сам говорил. Ну, я вроде нафармил, сделал парочку. У нас можно призвать эти. Четыре королевы. Можно еще сделать. Сейчас же ночь-то она кончится уже. Если была бы луна, ничего не видно. Или часы хотя бы. У нас вообще есть часы. Ну, куда я повесил? Посмотри. А куда часы подевал, не могу найти? Ну, в ящичке со шмотками, нет? Нет, у меня были на эти часы, которые я нашел. Большие. Откуда я знаю? Ставятся на землю. Декоративные. Потеряли часы. Я на источников у нас нету.
14 секунд. О, снайпер. Мне снайперки. А, нам супер повезло, когда снайперка выпила, выпала. Из него такой шанс. Чем занимаешься? Посмотри, что за новые шмотки это. Какие? Можно было ускорить время или что-нибудь в этом роде. Вчера же так и надо... Нужно ждать? Обожаю эти проки. Зацени новый домик. Ну, я довольно забавный домик ты сделал. Ты только заценил его? Да. Кавайный. А, вот я хотел сделать пару бутылок на ХП, на реген, на броню. Можно? Можно? Я думаю, можно, да. Или не очень. Или не очень. Зависит. Надо их наполнить водичкой. Отлично. Десяток этих сделаю, десяток этих. Пока что. Может еще пять. Шикарно. Бутылки здесь хранить, наверное, да.
Он террорист. Чем заняться, он видно. Сейчас полдня только даже. Давай еще раз сделаем эту волну. Какую? Ну, иди. А-а-а, серьезно? Зачем? А что еще делать? Тем более на МПЗшнике не все возродились. Дай подумать. Можно убиться об стену. Если ты сможешь. Ну да, мы как-то... Что? Ради чего мы начали играть? Ради этого же. Нужно хорошенько уже надефать. Дополнительный контент. Ненавижу DLS и всякое остальное. Когда уже террорист этот выйдет следующий? Наверное, очень не скоро. Они супер долго делают. Морт они не делают даже. А типа делают. Вид подают. Ну не знаю, не знаю. Еще в 2015 или 14, когда они начали первые скрины выкладывать, игра выглядела как уже сделанной полностью. Это для скринов. Ну что-то. Там не только для скринов. Они в 2015, по-моему, на GDC. Это, типа там, где игры показывают фестиваль или что это. Типа, давали играть в эту игру людям. Так что я не думаю, что она ее нету. Это альфа-версия была. Ну точно, она в состоянии лучше, чем планы Центаври. Думаешь? А что с Центаври, кстати, да? Ты ну, совсем... она... Я так понял, там больше идет по балансу обновления. Больше магии в сети, способностей. А что скрия? Не знаю, что это давно не обновлялось. Если там еще есть. Они же там UI какой-то делали, хотели сделать. Может, проблемы нет. Ну там один чувак игру разрабатывал. Так что. Я не знаю. Один решил обойти. Куда же они? А, они сквозь стену проходят. Да, если портал слишком это низкий. Типа, чтоб ты, наверное, их не стенами не закрыл. Петгата? А если я хочу черепок пьет. Это прекрасная ачивка. И вот серьезно, почему они не сделали ачивку эту с Гвардианом? Его убить довольно трудно. Ну пока ты не получишь оружие, классно. Зачем? Всего лишь нужно пот на этот, на гравитацию. Он такой быстрый? Может одной тарелки хватит? Или он не достанет? Нет, он сильно быстрый же. Выпал лук. Какой-то феникс. Что это?
Вот. По две стрелы. А, вот выйдет неплохо. И один из этих феникс летящий. Интересно. Не пойму, что за палка такая. А, это для мили палка? А я махаю. Что за палка? А это? Ты махаешь. Пытаюсь кастовать что-то. Не, Миомир в этой игре самый сильный из мечей на милишника, наверное. Мне нравятся ножи, потому что они регенят. И вот этот меч, который насквозь стреляет. Всего-то насквозь. А всего-то призма, типа, это, ты хочешь сказать, лучше? Сбалансировано, да? У меня слабенький урон. Угу. Я почему-то их по 40 бью. Отличная шутка. Сколько мне тысяч? Ой. Они у него невидимки или что? Нет, он стрелял оранжевой атакой. Расклонировал. Споры, ты эти споры носишь? Попробуй этот меч. Ну не да, что мне на тарелке делать? На тарелке же, когда мы летаем, бусы нам не нужны, правильно, нет? Или что мне носить? Могу что-то на защиту надеть. Но споры лучше, потому что они дамажат. Вот дракончик. Ну не знаю, как-то этот меч не очень. Какие-то шмотки не очень. Из этой DLS. Как и контента. Он должен быть примерно как армирушка, если такой, такой сложный. В смысле, НЛОшки тонна всего падает вкусного, например, дрель, маунт, пета. По сравнению с этим... Шестьдесят всего лишь? Медалик? А 100 такие все равно. И... Это то же самое палка выпала, да? А, то что тебя выпадало. Ну, подбери там. А мне только вроде падало. А. Или нет? Да. Не очень интересно. Скоро ночь. Мы должны 100 тысяч набрать. Так, эта палочка у нас есть, лука нет у нас. Нова. А куда у нас медальки стакаются? Где сундук с медальками? Фиг его знает. Поищи. А вот они в этом, там где карточка. О. Ван? Что такое? А еще один миллион? Что ты делает? Что? Не пойму, попробуй кого-то ударить. Может у него какие-то эффекты особые? Ха? Что происходит? Я не знаю. Типа зажимаешь? И оно делает... Какой-то интересный так, секунду мажет. Не знаю, какое-то оружие ни о чем как-то. Ну только этот меч разрешил, немного такой. Если у тебя нет меча, никакого ты можешь носить. Даже непонятно, когда его это выбивать. Он как-то ни туда, ни сюда. Использовать в какой момент. Мы сильно нубы. А, у нас 600 медалей. Теперь будет 700. Нет, 800. Так, ну что, скоро уже начинается? Уже? Ты хоть предупреждай, серьезно. Ну ты сказал, скоро начинается. Ну ты... Я имею в виду... Ну ты, конечно, я тебя ненавижу. Вот скоро и началось. Скоро, очень скоро, это было супер.
Не собираются налетать или нет? Мы их открыли уже? Тыква. Тыква, тыква, тыквочку. Вон я палатой лошадки наношу. 15 тысяч лошадки. О, где мой хп? Привет. Ну что, тыквочки у тебя? Да, первая начинает лететь. Вторая или третья. Пока все равно мало. Ну еще больше мобов, наверное, убить. Сейчас перебьем тыквочек, я не полезу. Пока не подбирайте вот эти вот, да, снизу. Это мое. Вкусняшка. Конфетки. Тонна конфет. Я думаю, могу уже это делать. Ох, снизу. Опасные ребята. Там внизу то на этих прыгают. Лошадок. Вау. Где мой хил? Святые угодники. Как ты сильно меня бурснули. Да почему я на этого не щекоталки? Что происходит реально? Вот. Бро, это... Это танк тебе мешает? Какой-то ужас, да. Нужно стабилизироваться, окей. В этой каталке ничего не убило только что. Это вот раз труднее идет. Не знаю почему. Мне нужно подобрать эти бафы. Подбирать еще тоже. Наверное. Зерна там ничего не дают мне, кроме. Реген. Реген хп. Я даже не могу выпить бутылку. У меня сразу налетает на мусор. С них холда падает? Да. Если падает, то нам да, падает. Окей, идеально. А вон ты держись. Слушай, ты можешь его дракончика убрать? По возможности. Он мешает, что я тебе рассказывал. Окей, 100 тысяч, погнали.
долгая продажа. Это эффективнее, чем призывать твоих пчел. Сколько там мусора внизу? Он, наверное... 44 тысячи ДПС только что было. Он, наверное, диспогнется. Весь мусор тут снизу. Шестьдесят тысяч. Я вообще не вижу, у меня споры вылетают или нет? Я тоже не вижу. Уже давно 99 эмблем. Эмблемы на землю падают уже. Пятьдесят тысяч. Вау, 50 тысяч ДПС. Это при том, что у меня минус 50% от маны. Заряжается урон. Мы не успеем 100 тысяч набрать, наверное. Еще луна есть. Тебе, наверное, нужно 20 платин. 35. Это только на мобах. Давай еще. Да! Окей. Сука, там шмоток. Надо быстрее продавать, пока ты все не забрал там. Очень много мечей было. Как-то маловато шмоток, половина диспогнится, наверное. Ты думаешь, вон там какая пачка валяется шмоток еще? Где? А может быть валяется, да? Можем вообще посчитать, сколько медалей мы это. В следующий раз посчитать, сколько медалей, не продавать их, просто собирать. И посмотреть, сколько мы убили боссов. По медалям. Ты хочешь еще раз это сделать? А, всё на снежные? У нас снежные по-другому. А что, если такую же страту делать? Или они что, будут ваншотить? Кто? Снежные. Не знаю, но там же посильнее. Ну и что? Ничего не осталось больше? Я это все забрал. А сколько у тебя платины? Было 8 платины. Это на шмотках, на продаже. В смысле, всего 8? Да. Ну ты ж собирал с боссов, выпадало все тебе, а я только на шмотках напродал. На тебе. Где ты там? Где ты делся? Это здесь я. Плохо со зрением. 58 платин, ничего так себе. Мне она все равно не нужна. Ты там хотел что-то получше, нет?
Получать. Я же милейший, мне много шмоток нету. Можем опять дракона сделать. Пока день? Че? Какой рекорд, интересно, на этих? Кто бы точно убил 200 тысяч? Два ДПС, да. С помощью читов. Тем более у меня не все шмотки накрыты. А у меня только на защиту. У меня некоторые на защиту тоже. Да, но без защиты тут нереально, это слишком. Особенно милишнику. Если кто-то играет эту игру, милишник, он только защиту собирается в конце игры. Значит, тут просто овнен. Ты впритык не подойдешь никому тут. А бутылки на 100 хп. Тоже. Так что, дракона? У меня нету этих кристаллов призыва. НПС-шника сломали. Он до сих пор не появился. Что мы можем днем поделать еще? О, можем повалить этих в башню. Идем. Что ты портнулся? Имун лорда. Попробовать без укрытия. Своими силами. На трилках. Найс. Сразу же 100 урона прилетело. Чего хули? Они, по-моему, без... они... Ты сложен без хила. Они что, сильнее становятся с временем или что? Фиг. У меня так по сотне козла не дамажит. Иногда прилетают. Ну, может, дракончика еще призвать на помощь. Ты можешь дракончика призывать обычно, но вот когда мы валим вот эти вот этим способом, они мешают мне с этой штукой мечом насквозь. Потому что, видимо, дракончик насквозь бьет, и это насквозь, и они не могут. Хотя твоя призма тоже насквозь бьет. Или нет? Да. Странно. Не знаю, короче. Это слишком трудно. О, опять твоя штука, которая будет проседать вне кадра. Ты без нее не можешь выжить? Она сама наводится. Ну, к следующему. А вот мы хотели еще карту попробовать какую-нибудь кастомную. Поиграть. Ты думаешь? Ну что-нибудь типа там, да. Там есть какая-то была, я видел. Интересная. Раз мы все равно опять начали террарию. И уже 50 часов наиграли, даже больше. Чего бы уже это не сделали? Или ты не хочешь кастомную? Я же не говорю морду играть. С модами нужно будет на вики сидеть 24 на 7.
Ау. Ох, проседает FPS. Ари. Сколько дракончика критую в хвостик? 11 6? Тысяч? Я только что кританул его на... Видимо, у него повышенный урон в этом хвосте. Я на 11 кусков. Да, и по мне тоже 13 кусков. Повышенный урон у них. Помнишь, когда мы первый раз играли? Втроем. Воу, отличный урон. Так мы тут это? Да, нас ваншотили же. Это было весело. Вообще было непонятно, что делать. У них щит висит, ничего. Не дамажится. На Вики еще ничего не было тогда, по-моему. Супер весело. Мощный же у них щит. Вот! Просто ты дикий дэмэдж. Может ты этого дракона встретил? У меня 100 хп. Опасно. Довольно больно. Я ухожу отсюда. Вау. Это было чуть опасно. Без отхила. Давай, если мы не успеем за день, одну башню оставим, наверное. Потому что мы лорда долго убивать. Ох, Проседон, ох, Проседон. Водичка. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты просто дичайший. У меня как у тебя, наверное, до 30. Все замедляется. Почему-то плохо хиляет. Эта магия лучше всего подхиливает. Мать идут быстро, по-моему, да? То есть здесь свечка стоит, нет? Наверное. Нет, именно они быстро щит снимают ему. За червей. Нет, в разы быстрее идет. Я слышу, как все шмякает. Тут застрял этот в стене.
237 крит. Чпёкнуло. Чпёкнуло. Ну ты справишься там. Хорошо, ты платину не выложил. Может сейчас ночь? Сейчас будет ночь. Да, сейчас будет королева или что мы делаем? Уже королева. Попробуем королеву. Так, сколько у тебя всего платин теперь? 100. Отлично. Да. Тебя могу еще подкинуть чуть. Еще 100. Мне некуда будет расти. Так и мне, поэтому и сливаю тебе. Если 40 оставил. На нужды. На еду. Еду. Фастфуд. Сколько у нас уже душ этих всяких? Не очень много. Не очень много, вау, они куда-то ушли. На крафте, наверное. Да, наверное, накрафтил им все это на всяких шмоток обычных. Читерских. Ладно, баф дракона снимай. Ай. Эти платформы странные, они... Сквозь них так... У тебя такой другой цвет, нет? А, у тебя краска. Она покрашена у тебя, нет? Нет. Хм. Интересно, покрасить ее можно? Ну, слот краски есть. Да покрасить его что-нибудь будем. Как-нибудь. Вокруг торпеды летает. Окей, погнали. Ну что? А Дедушки Морозы это тут? Да. На колесах. На колесах, да. Новый год. Наступил. А вот и елочка. Я помню, как ты сделал елочку из этих деревьев, из блоков. И все в нее спотыкались. Особенно я. На той карте. Это было тупо. Солидная елочка. Он под Дедом Мороз. Санта-Клаус. Привет. Потому что вот с королевами. What? О, что это? Что это? А, это шип. Шип валяется, я думал, это шмотка. Стоит на шип. И шмякнули. Мы шмякнули. Опасно. Это этот оставляет. Дед Мороз. Санта-Клаус. А, да-да-да-да-да. Вот колесики, я помню, я помню. У тебя что, фулл хп, что ли? Нет, на два раза не хп. Бурснуло. Окей, я пью бутылки. Ну что, пошли? Уже босс появился? Да. И он так неплохо дамажит, могу сказать. По 44. О, я не знаю. Да, не довольно сильная. Она. Так тебе на месте не получается сосать, что? Она летает вокруг, видишь? Я стою на месте, она... И она еще делает это. С этим так не получится. Ну разве что, если их 30 штук не летит. И пробовать мечом. Вот она только так сейчас стоит на месте. Ну, кстати, они дамажат сильно, не дамажит. Опять шарики. Иди, королева. Она тебя сажилась?
Подбирай хп, у меня фул. Так у меня тоже, у меня регенится. Ясно, отлично. Так что королев так не будет, как этих? Может больше, когда будет больше молний. Так что 15 уже. А, 16-я? Окей. Вон две королевы сразу. Они станут. Сбивают меня. Надхил. Идем выше, наверное. Где еще одна? А мы их две, что ли? Как-то странно оно происходит тут. Вот еще одна. Вот потому что они сложнее, их меньше наблюдают. Жан хил. Что за подарочки? Без понятия. Может, они дамажат? А их что проверять? Я уже проверил. И как? По 40 меня. Меня, я танк. Выпью бутылочки. Всякие пожарные. Так, ты что ты молчишь тут, королева? Ты сказал. Еще одна. Я буду тогда с ножами, наверное.